Ну что ж, ребята, привет. Меня зовут Полина. Я в прошлом году закончила школу номер 8. Сейчас учусь в Санкт-Петербургском государственном университете на филологическом факультете. Когда я училась в 10-11 классе, в нашей городской библиотеке проводилась программа «Книготерапия книг, лекарства от стресса». Мероприятия, которые проводились в рамках этой программы, это что-то, что помогло мне на самом деле увидеть книги с другой, доселе неизведанной для меня стороны. Вот, я начала читать в книги жанров, которых, куда я раньше вообще никогда даже смотреть боялась. Вот, поэтому на самом деле книга — это очень, действительно очень хорошее средство для того, чтобы успокоиться и оказать себе помощь в жизни. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации, на самом деле очень хорошим способом будет обратиться к книге, потому что книга никогда тебя не предаст, книга никогда тебя не убежит. Книга, единственное, что она может, это размокнуть или сгореть, но вы же не будете целенаправленно ее сжигать или кидать в тазик с горячей водой. Поэтому я вам очень советую приходить на эти мероприятия, участвовать в обсуждениях, читать книги. Библиотека — это здорово. Здесь можно познакомиться с людьми, у которых такие же интересы, как у тебя. Поэтому, пожалуйста, приходите. Это программы прошлого года были очень интересными. Мы много разговаривали, узнали много нового. Поэтому спасибо.